Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Andro Hacker. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Сегодня у нас интересное будет видео, а именно благодаря этому способу мы освободим память на своем телефоне, ее станет гораздо больше, и хочу вам показать благодаря чему. А все благодаря одной папке, которую мы сегодня будем удалять на своем телефоне. Для этого нам понадобится проводник. Все андроиды разные, да, у кого Xiaomi, у кого Samsung. Кстати, напишите в комментарии, какой у вас телефон. У меня OnePlus. И у меня не такой широкого спектра действия проводник. Из этого я скачал диски проводник. Можете скачать его или в Play Market, или у меня в Телеграме. Называется Pro Диски. Будем ним пользоваться. Вы же можете зайти в свой проводник. Это есть на каждом телефоне. Дальше, смотрите, у нас будет здесь, там нужно проводник, папки, и сверху нажать обязательно три точки, показать скрытые папки. Дальше у нас здесь, где файлы директории, где-то в Pro диске, да, здесь такая есть папка com.google.android.youtube. Там значочек будет у вас ютубчика, да. Так вот, здесь собирается весь кеш, да. А именно еще такая папка, которая называется EXO. Вот заходим, видите, в кеш. И здесь у нас папка EXO. Что же это за папка EXO? Это формат видеофайла, использованный приложением YouTube для платформы Android именно. Файл этого формата содержит часть видео, которые объединяются с другими видео в отдельных файлах для воспроизведения целого ролика в офлайн режиме. Когда мы заходим в этот вот папочку, мы видим такие категории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, там различные, видите. И здесь видим вот этот формат EXO. Конечно, ну вот этих всех папках, смотрите. Вот видите, EXO, формат EXO написано. Вам может не видно особо, но здесь формат EXO. Так вот, это совершенно бесполезная настройка, которой мы не пользуемся, потому что мы видео не смотрим в офлайн режиме, да, на YouTube, нам по сути это не нужно. Никто не смотрит YouTube в офлайн режиме, таким образом, а папки просто остаются. Что мы делаем? Видите, их очень много. И они все в совокупности занимают 268 мегабайт. Это немного, да, но тем не менее, у кого там на 8 гиг, на 16 гиг телефон с памятью, это, конечно же, будет намного круче, если после чистки. И что мы делаем? Просто-напросто чистим наш Android от этой папки и наслаждаемся намного больше. Я вот так вот беру, зажимаю, нажимаю удалить. Это все безопасно, ничего не переживайте, ничего не будет. Все, я удалил. Напишите, кстати, в комментарии, сколько она у вас занимала. Потому что эта папка может на одних гаджетах быть 300 мегабайт, на других 400, 800 и даже 2 гига. На некоторых форумах я читал, у людей по 2 гига эта папка занимает. У меня 268, у вас это может быть больше. Поделитесь видео, потому что до этого я просто-напросто чистил эти настройки. И у меня они, как вы видите, на минималках памяти, да, там. Ну, а у всех, кто, к примеру, на YouTube очень часто сидит долго, это может папка расти, то есть очень и очень больше. Думаю, такое видео, простое увеличение памяти, многим из вас понравится, вы ним воспользуйтесь и расскажите своим друзьям, лучшему другу. Кстати, хоть одному расскажите о этом способе, наверняка он оценит. Ну и поставьте лайк этому видео, чтобы я видел вашу активность. С вами был Andro Hacker, до скорого, всем пока.